Итоги месяца чистоты и благоустройства в Одинцовском округе, а также планы на лето по содержанию дворовых территорий озвучили в ходе еженедельного совещания главы муниципалитета. Все наши подрядчики и муниципально-бюджетные учреждения, за которыми закреплены были территории в СКПДИ, провели все циклы работ по прогребанию газонов один цикл, уборка смета два цикла, механизированная уборка дворов два цикла, мойка контейнерных площадок один цикл. Все запланированные работы выполнены 100%. На смену субботникам пришел период летнего содержания территорий, дворов, общественных пространств, тротуаров, межквартальных проездов и фонтанов. Полным ходом в округе уже идет работа по удалению граффити, ремонту резинового покрытия и замене игровых элементов на детских площадках. Почти из 700 выявленных дефектов исправили 300. Это не аварийность. Это не аварийность. Аварийность – это плановая замена старых элементов. Аварийный элемент удаляется, Андрей Ильич. Но в СКПД остается метка, что он должен быть поставлен на место. И поэтому пока, скажем, реконструкция площадки не пройдет, задачу в СКПД закрыть нельзя. Кроме того, идет активная работа по ямочному ремонту межквартальных проездов. Первая волна завершится уже к 30 июня. Всего необходимо заделать более 3000 ям. Из них уже заасфальтировано 150. Станислав Трифонов, Елена Краева, телекомпания «Одинцова».